Добрый вечер, друзья! Ну вот и подошел к завершению 19-й день моего условного голодания. Осталось совсем немножко. Вот. Я, конечно же, этому рада. Я надеюсь, что все у меня сложится, что я дойду до финиша, как говорится. Вот. Ну что, день прошел у меня нормально. Конечно, сейчас уже обостряется чувство, ну, хочется соленого, острого, да? Ну, как я уже говорила, на второй неделе у меня всегда так. Может быть, у других тоже так же, я не знаю, но вот у меня так. Вот. Ну, ничего, это как бы не страшно. Это, как говорится, просто наши вкусовые рецепторы. Вот. Но голова-то знает, что ей нужно. Так что вот так. Я иду дальше, с Божьей помощью. Ну, как-то так. Всего вам доброго, друзья. До новых встреч.